Добрый день, дорогие друзья. Сегодня капля, и мой вопрос Ерканату Аманжолову, он, наверное, и простой, и непростой. Я задаю его очень многим людям, и ответ на него многое говорит о человеке. Кем ты видишь себя через 20 лет? Каковы твои цели? К чему ты стремишься? Как ты видишь свое развитие в будущем? Давайте мы посмотрим, как на этот вопрос ответил казахский служитель. Знаете, город у нас не сильно большой, но хочется быть, ну если вот это человек, это по-человечески, то есть именно хочется быть христианином, знаете, ну, человеком влияния, то есть в хорошем смысле слова, в хорошем смысле слова, то есть здесь не надо ничего выдумывать, если просто вот касаемо веры разговор, да, почему? Потому что я знаю одно, что Бог, Он творец и созидатель, и сегодня, ну, просто надо творить, созидать с помощью Господа, просто вот быть этим, я не знаю, там, пусть это там не звучит так высокопарно или звучит наоборот, но может быть этим инструментом. И если всего через 20 лет я смогу, знаете, сказать, как Павел, там, вот веру сохранил, там, течение совершил, там, знаете, вот такие слова, то я думаю, это будет так. Хочется, конечно, потому что много неверующих людей, родных и близких, которых хотелось бы, чтобы они были рядом, именно вот, ну, в поклонении Господу, в вере Богу.